там, где мистер Блэкстар рос, становился большим, сильным и крепким парнем. Мы находимся на улице, где я вырос, на моем районе. Это проспект Мира. С вывеской. За моей спиной находится Олимпийский. Там у Олимпийского стоит церковь, в которую я ходил. Сейчас вы смотрите на тот дом, где я провел детство. Вот в этом доме я вырос. В этом обменнике я менял свои первые деньги. Вот. В общем, это мой район, моя улица. Не пытайтесь меня искать сейчас здесь, потому что здесь я уже, естественно, давно не живу. Но трибьют и память о том месте, где я вырос и возмужал, она всегда хранится в сердце. Я вам покажу больше. Это вход в мой подъезд. То место, где я провел, наверное, до 13, до 15 лет. Я точно жил здесь. В общем, за моей спиной кафе «Де Марко» — это более-менее первое модное кафе, которое открыли в свое время на районе, где, когда появлялись первые деньги, мы проводили много времени. Сейчас оно уже разрослось и превратилось в большой мощный кафетерий с летними площадками. Но тогда, раньше, где-то лет 7-8 назад, это была такая маленькая кофейня, она была самая модная на районе, и как бы все те, у кого были деньги, приезжали именно сюда. В общем, очень часто у нас на районе, в проспекте, туда дальше, к ВДНХ, угонялись тачки, вот. И причем их угоняли пацаны не для того, чтобы куда-то продать или деть, а просто, чтобы покататься на районе денек-другой, заехать за девочкой, типа, я сегодня на новой машине. Очень часто погони на районе кончались вот таким образом. Мы находимся в цитадели блока моего района. Это мой двор, где я вырос. В одном вот из этих вот домов, на этой части. На этой игровой площадке я играл. Здесь раньше было больше гораздо всяких лесов, домиков, турников, брусьев и остального стафа. Но, к сожалению, это куда-то все делось. Непонятно куда. Но вот в этом дворе я вырос. Раньше не было вот этих новостроек, которые были там. Они только вот по итогу стали возводиться. И когда их стали строить, я всегда мечтал, что в один день вот, из нашей квартиры мы переедем вот в ту вот самую новостройку. Вот. Это мне тогда было лет, наверное, 12. А уже чуть позже, естественно, мы все переехали в разные места. Там отец теперь живет за границей, мама тоже у меня живет за границей. А я себе купил несколько квартир уже в центре и подороже, но все же помню то место, где я вырос. Вместе вот этой новостройки, этих гаражей, раньше была большая овощная база, туда привозили кабачки, яблоки, помидоры, как бы всевозможные овощи и фрукты. И в то время, когда меня отпускали с уроков и после занятий репетиторов, вот, а у меня как было, то есть если я хорошо учился, меня пускали гулять, поэтому у меня был стимул получать правильное образование от репетиторов, от школьных учителей. Мы с пацанами лазили через забор вот на ту овощную базу, которая раньше была здесь, вместо этой новостройки. Вот. И в обход сторожей, то есть сама интрига была, укради как можно больше всего съестного, положи это в себе туда вот в мешок и не будь замечен сторожем. А сторожа там нормально были, у них были такие мини-дробовички, которые стреляли солью. Если тебе попадали в заднюю точку, было очень больно потом, наверное, целую неделю ходить. И вот интрига была, у нас организовывалась целая команда, 5-6 пацанов, и по одному, потому что группа идти, мы очень быстро бы спалились. По одному мы лазили, и каждый из ящика, что умел, вытаскивал. Кто-то вытаскивал баклажан, кто-то вытаскивал яблоко, кто-то вытаскивал огурцы. Потом мы встречались где-то здесь на игровой площадке, и у нас был такой легкий пикник. Туда вниз по трамвайным путям уходила дорога, и я садился на 13-й трамвай, и он вез меня к бабушке. К бабушке я ездил исключительно за пирогами и за всякими надобностями семейными, кастрюлями,
подготовка и так далее. Каждый поход к бабушке заканчивался тем, что я еле мог тащить нож из-за того, что мой желудок был просто, желудок забит едой, которую готовила бабушка. Потрясающий soul food, такая прям еда с душой. И туда же вниз по переулку находятся астраханские бани. Это те бани, куда я ходил париться. В те редкие моменты, когда отец был в Москве, а это даже тогда было большой редкостью, он брал нас в астраханские бани. После этого меня родители забрали и перевели на частное обучение. Я занимался с группой других детей, особо образованных и одаренных, на дому у еще одного нашего друга. У нас где-то группа была 10 человек. Мы занимались уже частно, более углубленно, более профильно по всем абсолютно предметам. Но первые три класса я отучился здесь, вот в этой самой школе, 18-40. Здесь, кстати, первый раз в жизни и подрался. Это произошло в первом классе. Подонки. Ты победил? Да. Если честно, да. Но использовал запрещенный прием удар ниже пояса. Ну, это классика. Там баскетбольная площадка, где парни играли в баскетбол. Я помню еще в первом, втором, третьем классе. Мог стоять часами, смотреть, как старшие играют в баскетбол. Я мечтал всегда научиться. Позже, уже ближе к классу пятому, я начал осваивать эту игру. Но баскетбол